Некоторые даты несут воспоминания не только о положительных и приятных событиях, но и о весьма печальных, которые напоминают нам о воинах, доблестно сражавшихся за свое Отечество и отдавших свою жизнь за свободу нашей страны. Одна из них – День неизвестного солдата, который отмечается в России каждый декабрь. Стоит отметить, что день выбрали не просто так. 3 декабря 1966 года, во время празднования 25-й годовщины разгрома войск нацистской Германии под Москвой, в Александровском саду со всеми почестями был похоронен прах неопознанного советского солдата. Останки перенесли в это место из общей могилы, которая располагалась недалеко от Зеленограда. В день неизвестного солдата проводятся митинги памяти героев Великой Отечественной войны. Проходит церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам неизвестному солдату. Подобное мероприятие сегодня прошло и в Кашхабльском районе. Первый заместитель главы района Руслан Немыков, глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Борсов и начальник отдела администрации района Аслан Карданов возложили цветы к монументу павшим и почтили память неизвестных солдат минутой молчания. Памятный день призван увековечить память подвига советских и российских солдат, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. По статистике, более 4 миллионов солдат пропали без вести после Великой Отечественной войны на территории бывшего Советского Союза. Следует отметить, что сегодня во всех сельских поселениях района прошли митинги, посвященные этому памятному дню.